названы в честь римского бога плодородия. Она известна с древнейших времен, и невозможно установить, кто первый определил, что это планета. Но известно, что кольца Сатурна открыли в 18 веке Галилей. Расстояние Сатурна от Солнца почти 1,5 миллиарда километров. Радиус планеты 58 232 километра. Вращение вокруг Солнца 29 лет. Сила тяжести на поверхности планеты составляет 91%. Например, если на Земле человек весит 100 килограммов, то на поверхности Сатурна 92. Атмосфера планеты состоит в основном из водорода и гелия. Поэтому планета низкая плотность. Сатурн не имеет твердой поверхности. У Сатурна известно 62 источника. Прибыл в систему Сатурна и состоял в описании планеты.